общем, загрузил я зверя по полной. Реально, это прибавило ему очень килограмм. Камни очень тяжелые. Каждый весит, мне кажется, вот такой вот. Ну, грамм, наверное, 400 или полкило. Даже больше, наверное. Вот. И в гору зверь не смог заехать. Он стал у меня полнопереднеприводным. Вывод понятен нам, что штатные карданы такой груз не выдерживают. Реально нагрузил на него, блин, не знаю, очень много килограмм. Давайте выгрузим, посмотрим, что у нас случилось. Какой кардан сорвало у него. Опа! Свернуло даже, свернуло. Ну вот видите, вот он штатный, пластиковый, то есть его срывает. В общем-то, для таких тяганий нужно иметь металлические карданы, но, сами понимаете, это уже накладно. Их здесь 3 штуки получается, да? Ну, 6 штук, как половинок. Тут уже обойдется в копеечку. Но, как видите, передний привод уже абсолютно не едет. Вообще.